Пришла. Давай, посиди, маленько, посиди. Посиди, ай, хорошая упаля моя. Паля, посиди маленько, а? Посиди. Хорошая кошечка такая, ушки у нее. Посиди маленький. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде ты, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю предишнилися мы, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови наше занятие по слову Твоему, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 6 по 8 стихи. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник с ней сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось».
Толкование. Братья, завидуя Господу, обвиняют его в боязни и тщеславии. Не настало еще мое время, то есть время страдания и смерти. А для вас всегда время. Вы, говорит, хотя всегда пребудете с иудеями, они не умертвят вас, как имеющих одинаковые с ними стремления. А меня, как увидят, что пришел на праздник, тотчас решатся убить. И мир, то есть заботящийся о мирском, не может ненавидеть вас, как одинаковых с собою, а меня ненавидит, потому что я обличаю дела его. Это обличение весьма смелое, всегда порождает ненависть. Итак, братьев посылает на праздник, показывая, что не принуждает оставаться с ним, если не хотят. На двоякое обвинение, возносимое на него в боязни и в славолюбии, делает и двоякое оправдание. Против обвинения в боязни говорит, что «я обличаю дела мира, то есть тех, кои заботятся о мирском». А я не обличал бы, если бы был боязлив, как вы думаете? Вопреки обвинению в славолюбии, не принуждает их оставаться при себе. А если бы он был виновен в славолюбии, не отослал бы их. Ибо славолюбивые и горделивые стараются, напротив, иметь многих последователей. Две вины приписывали ему. Естественно, два оправдания и противопоставил он, показывая, что мнение их слабо. Слова «мое время еще не исполнилось» означает, что еще не время быть распятым и умереть. Мне нужно еще жить во плоти и сотворить больше чудес и высказать больше учения для того, чтобы больше народа приготовить к вере и учеников более утвердить через явление больших чудес и через учение. Пожалуйста, вопрос у кого есть? Продолжаем. Так, тут пишете, не слышно, двое написали. Сейчас слышно? Кто-нибудь ответьте. Роман Фроликов, меня слышно, хорошо? Хорошо слышно, Сергей. Благодарю. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 9 и 10 стихи. «Сие сказав им, остался в Галилее, но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно». Толкование. Вначале он оказывался идти, потому что иудеи пылали яростью, а потом оправдывается и окончательно праздника, когда естественно и ярость их ослабела, ибо он зашел не праздновать, но учить, и не с пышностью, как обыкновенно делают панегиристы, но тайно. Укрывается он для того, чтобы подтвердить свое человечество, ибо если бы он явился, они возъярились бы на него с намерением убить его. Он же не допустил бы им сделать это, так как не наступило еще время страдания, но, будучи среди них, избег бы страданий и показался бы воплотившимся призрачно. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 7 глава, 11-13. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?
и много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Толкование. Они не уважают времени праздника, но хотят его уловить на оном. Слова «обольщает народ» показывают, что клевещущие на него суть изначальников. Ибо если бы они были из народа, они сказали бы, что он нас обольщает. Но говорящие, что он обольщает народ, показывают, что они не из народа, а из начальника. Смотри, пожалуй, начальство везде не откровенно, а подначальные остаются прямыми, но не имея твердой воли и будучи еще несовершенны, они не смелы. Вопросы? Продолжим. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 14 и 16. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: как он знает Писание, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал: мое учение не мое, но пославшего меня. Толкование. Почему он пришел в половине праздника? Для того, чтобы ослабить их гнев, и чтобы они с большим прилежанием и вниманием слушали речи его, когда праздник не заграждал их слуха. Ибо в начале праздника им, естественно, было развлечься праздничную обстановку. Когда он явился внезапно, то все вообще слушали его, и те, кои называли его добрым, и те, кои называли его обольстителем. Одни, чтобы получить какую-нибудь пользу и подивиться, другие, чтобы привязаться к нему и схватить его как обманщика. Чему он учил, евангелист того не сказал, но что он преподавал нечто чудесное, чем и занял их, сие евангелист показал словами, что дивились, как он знает Писание, не учившись. Однако же, хотя дивились, злобное намерение их не изменилось, ибо они не учению дивились, не речь принимали, но дивились, как он знает Писание, то есть недоумевали, изумлялись, что обыкновенно бывает завидующий. Например, у кого-нибудь есть бедный сосед. Потом случится, что он неоднократно пройдет в дорогой одежде. Завистливый сосед, увидев его, говорит: как он, будучи весьма беден, оделся так богато? Откуда у него такая одежда? Говорит так не потому, что удивляется делу, но потому, что его снедает зависть. И он к очернению соседа употребляет такие слова: без сомнения, говорит, он украл эту одежду. Так и иудеи. Как, говорят, он знает Писание? Без сомнения, силою Вельзевула. Хотя им лучше следовало заключить из всего, что в нем не было ничего человеческого. Но так как они не хотели признать всего, что он сам отвечает им и научает, что учение его от Отца и Бога. Моего, говорит, нет ничего. Сам от себя, вопреки Богу, я ничего не говорю. Но что принадлежит Отцу, о том я и говорю. Вопросы? Игнат Тихонович, вы с нами? Да, вот у меня. Вот Христа
обвиняли в том, что как он знает Писание, не учившись. Было ли в вашей жизни такое, чтобы вот подобное обвинение в ваш адрес? Вся глава про меня. Вот я считаю, как они бывали из начальствующих вот сегодня. Именно так. И притом они ничего не имеют против. Вот только что получил письмо, попутно могу даже засчитать. Вот. Пишет человек, который меня знает, который получил книги. Все, как надо у него. Но сейчас его там давят. Его звать Евгений Давыдкин. Где-то там в Башкирии. Да, Игнатий Тихонович, это так и есть. И по вашим предупреждениям я сказал, что такие, как сват, там гоняются, ну, пакость всякую, кто со мной заходит, я уже боюсь фамилии писать, они их просто ну, заваливают своим безобразием. Уже предстоит испытание. Я был готов к тому, что за наше знакомство такое будет. В действительности это произошло. За наши с вами беседы в скайпе я был приглашен нашим диаконом в храме на разговор. Диакон. А он ответственный по миссионерскому отделению, как я понял-то. Он проводит занятия в воскресной школе по Евангелию и по истории православной церкви для взрослых. Я на трех занятиях был, но на четвертое для меня уже был вежливый отказ и запрет, как бы. А все из-за того, что диакон увидел в интернете наш скайп-диалог трехлетней давности. Я ему тут же при разговоре показал бумагу, документ, копию из интернета на сайте русской линии, отзыв, характеристику на вас, Игнатий Тихонович, митрополита Алтайского Сергия Иванникова. Диакон мне сказал, что может мне показать другие документы, другие иерархи в церкви, которые не относят вас и не считают православным иерархи, а за сектанта и еретика. И сказал, что это есть на православных сайтах в интернете. Я попросил назвать хоть одну фамилию, или автора статьи, или автора документа о том, что Игнатий Лапкин еретик. Но он сказал, что конкретно там нет автора. И что это официальные сайты, поэтому им можно верить. Я с ним не согласился. И, видимо, сразу же попал в черный список этого молодого диакона. Ибо отношения некоторых верующих, посещающих занятия в воскресной школе, изменились по отношению ко мне. Они мне стали говорить, когда я просто даже поздоровался с ними-то, они мне говорили, не подходи ко мне, я не хочу с тобой разговаривать. Хотя до этого мы хорошо общались, и они сами даже подходили ко мне для общения. Радует то, что священник, возможно, знает об этом, но ни словом не обмолвился на тему эту. Со священником отношения хорошие пока, и он ничего не говорил о вас или о мне. Словно этой темы и не возникало, поэтому я готов к различным провокациям. И вам спасибо, Игнатий Тихонович, что вы меня и других об этом предупреждаете. Я получил другие видения православия благодаря вам, вашим роликам, вашим книгам. Я увидел православие как бы в истинном свете. А то, что нападают на вас или на вашу общину, и на тех, кто с вами связан духовно, это лишнее подтверждение, что правду не любят злодеи. Или они не видят, и Бог закрыл им на это глаза и сердце, либо они видят, знают, но сознательно творят беззаконие, увлекая за собой слабых, неверующих и маловеров. За врагов молюсь и славлю Бога за все с уважением. Евгений Давыдкин. Слава Христу! Вот у меня такое было. У них звание, заканчивают университеты. Я беседую с митрополитами, и они каждый раз... Вот точно такие же слова, а как вы знаете, не учившись? Да потому что, я говорю, мою душу никто не корежил. Я у ног Христа просидел полвека. Так что вопрос один, только ответ. У меня как раз все было, как по седьмой этой главе. Я только что сейчас к Володе подошел, а он там по книге следит. Только сказал, и ты в это время вопрос задаешь. Вот как Бог делает. Да. Продолжим. Спаси Христос. Аллилуйя. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 по 18 стихи.
Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот не истинен и нет неправды в нем. Толкование. Сказав, что мое учение не мое, то есть не противное Богу, но учение Отца моего, говорит, что кто будет творить волю Божью, то есть кто освободится, кто освоится с добродетелью, а не будет рабом зависти и не омрачится напрасно ненавистью против меня, тот узнает силу слов моих. От Отца ли я говорю, или нечто чуждое и противное ему? Волю же Божию творит тот, кто углубляется в Писание и пророков. Такой человек может узнать о учении Господнем, что оно от Бога. Ибо пророки изображают Господа не противником Богу и не говорящим от самого себя, но говорящим и делающим все такое, что угодно Богу. Потом присоединяет и другой довод, такой. Кто говорит сам от себя, то есть хочет ввести свое учение, тот не для другого, чего это делает, как для того, чтобы через то приобрести себе славу. А я не желаю приобрести себе славу, но ищу славы пославшего меня. Для чего же я стану учить тому, что чуждо ему? Следовательно, я истинен, и нет во мне неправды. То есть я не присвою себе славы, принадлежащей другому, что было бы несправедливо. Посему учение мое имеет вместе и истину, и правду. Оно не от честолюбия проистекает, но чтобы быть ему ложным. Оно не от честолюбия проистекает, чтобы быть ему ложным и несправедливым. Ибо честолюбец и лжет, говоря о себе то, что превышает его достоинство, и неправду творит, присваивая себе славу чужую и нисколько ему не принадлежащую. Но Господь ищет славу Отцу и ничего не приписывает самому себе. И комментарий Игнатия Лапкина на слова блаженного Фифилакта: «Волю же Божию творит тот, кто углубляется Писание». Итак, комментарий. Смысл жизни человека как раз и заключается в том, чтобы за время этой коротенькой жизни на земле достичь божественных качеств, стать послушным Богу, научиться быть водимым Духом Божиим и во всем доверяться Богу. Волю же Божию творит тот, кто углубляется в Писание. Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». И Ефесянам 5, 17. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Бог открывает себя людям через единственную книгу Богооткровения – Библию. Какой непростимый грех совершают попы, богоборцы, когда прячут от людей Слово Божие, а значит и волю Божию, и навязывают людям свою волю, чтение сорокаустов и всего-всего, чем сегодня наполнена Церковь. Познавать волю Божию, замыслы Божии человек может только из Слова Божия, из Святой Библии. Сегодня из 100 книг, написанных по благословению преосвященных, высокопреосвященных и святейших, едва ли найдется 2 или 3, в которых не было бы следов поврежденного человеческого ума. Православную книгу
от всех прочих очень легко отличить, даже начав читать ее с середины. В ней обязательно серьезное повреждение, противоречие Слову Божию, вымыслы человеческие, буквально рассыпанные на каждой странице. И, судя по всему, исправления никакого не предвидится. Эта скиния должна быть полностью пленена и разрушена, и конец сей близок. Волю же Божию творит тот, кто углубляется в Писание. Пророк Исаия 55:8. «Мои мысли не ваши мысли, и ваши пути – пути мои, не ваши пути – пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Иеремия 23:18. «Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его, кто внимал слово Его и услышал? Волю же Божию творит тот, кто углубляется в Писание». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 7 глава, 19 по 20 стихи. «Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Толкование. Его обвиняют в том, что он нарушает субботу и приступает закон. Он противопоставляет всему то, что скорее они преступники закона. Закон говорит: «Не убий». Исход, 20 глава, 13 стих. «А вы ищете убить меня». Значит, вы преступники закона, а не я. Итак, вы сами себе позволяете творить неправду. Меня обвиняете в преступлении закона за то, что я в субботу исцелил человека. Господь сказал: «Никто из вас не поступает по закону, потому что убить его искали все, которыми он вел речь. Смотри, с какой кротостью он говорит с нами, а они, напротив, с обидной дерзостью говорят: „Бес в тебе“. Они так дерзки, потому что думали поразить его и устрашить. Хотя Христос сам Господь, Моисея, виновник закона, но уступая слабости и бесчувственности иудеев, говорит, что закон дан Моисеем. Ибо они не могли бы спокойно выслушать, что закон им дан не Моисеем, а им, большой буквой, владыкою Моисея и Господа. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 21 по 24 стихи. Открой балкон. Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу?» Толкование. Что иудеи напрасно восстают против Господа, он доказывает сие следующим умозаключением: «Я одно дело совершил в субботу, исцелил расслабленного, и из-за этого
все вы дивитесь, то есть смущаетесь, поднимаете тревогу. Между тем, сам Моисей, этот законодатель, нарушил субботу, да повелел, чтобы всякая душа, человек, обрезывалась в восьмой день. Книга Левит 12.3. Ибо часто случалось, что восьмой день, в который необходимо было обрезываться, приходился в субботу, чему для обрезания самим Моисеем суббота была нарушаема, и день субботний немало не возбраняет человеку обрезываться. Хотя бы восьмой день и случился в субботу, закон о покое субботнем оставляется, чтобы не был нарушен закон об обрезании. Если это так, то для чего вы на меня негодуете и гневаетесь за то, что я в субботу исцелил всего человека? Хотя обрезание было не от Моисея, но от отцов, однако же бывшее не от Моисея нарушало закон о субботе, данный Моисеем. И в субботу не возбраняется обрезание, которое причиняет боль. А вы меня порицаете за то, что я освободил человека от болезни и сделал здоровым. Не судите по наружности, то есть судите праведно и нелицеприятно. Моисея, нарушающего субботу обрезанием, вы освобождаете от порицания, а меня, нарушившего субботу, через благодеяние человеку вы осуждаете. Освобождать Моисея от порицания из уважения к его достоинству и осуждать меня, который по виду бесславен, это явное лицеприятие. Вопрос. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 25 по 27 стихи. Тут некоторые из Иерусалима говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Толкование. Но смотри, как злоба сама себе противоречит. Начальники их, когда спрашивал их Ирод, говорят, что Христос рождается в Вифлееме иудейском. Матфея 2 глава 4-5 стихи. А они говорят, что никто не знает, откуда Христос. Видишь ли противоречие? И опять в другом месте говорит: мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, но откуда сей, не знаем. Евангелие от Иоанна 9.29. Видишь ли, как неистовы говорящие, знаем и не знаем. Если что подобное сему неистовству. Но они имели в виду одно, чтобы не веровать. Ему, когда для них было полезно, они говорили «знаем». А когда было невыгодно, утверждали, что не знаем. Итак, противоречие вытекает от злобы их. Иной спросит, на каком основании говорят они, что никто не будет знать о Христе, откуда он? Ибо если бы они не имели какого-нибудь свидетельства в Писании или твердого предания, они говорили бы так явно вопреки книжникам, которые ясно сказали Ироду, что Христос рождается в Вифлееме иудейском, и тем, которые в другом месте говорили, что Христос придет из селения Вифлеема. Евангелие от Иоанна 7.42. Что же отвечать? Те и другие говорили так на основании пророков. Те, которые говорили, что Христос рождается в Вифлееме, и что он из селения Давидова, очевидно, как и Матфей, замечают, что имели в основании свидетельство пророка Михея, говорящего, цитирую:
И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Михея 5.2 и Матфея 2 глава 4, 5, 6 стихи. И те, которые говорили, что никто не знает, откуда придет Христос, основывали свою мысль также на свидетельстве пророков. Сам же Михей, 5 глава 2 стих, говорит, что исходы его от начала одни века, чем ясно означается неизвестность исхода или рождения его. Ибо того, кто имеет исходы от начала и одни века, никто из людей не может знать. Люди во времени, а он одни века и от начала. Как же временный познает вечное? Исаия также говорит, род же его, кто изъяснит? 53.8. Основываясь на всем, что они и говорили, что о Христе никто не знает, откуда он. Ибо они не понимали, что Господь Иисус двух естеств, что откуда он по плотскому рождению от девы, именно из Вифлеема, это было известно. А о бестелесном и несказанном рождении его от Отца прежде всех веков говорится, что рождение его выше всякого изъяснения. Итак, иерусалимляне сии говорят о плотском рождении и говорят, что знают, откуда он. А о предвечном рождении, по которому никто не знает Христа, откуда он, не говорят. Посему, не зная, что он двух естеств, и по одному известен, а по другому нет, говорят, что он не Христос. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 7 глава, 28-29 стихи. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». Толкование. Истинный не захотел бы послать обманщика и лжеца, но вы не знаете пославшего меня и не признаете его делами своими. Ибо и в знании бывает незнание, как говорит апостол Павел. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Послание Титу 1.16. И вы, иудеи, не знаете отца моего по причине злых дел ваших и по весьма злому намерению. А я знаю его. Ибо знать его мне не препятствует ни злое намерение, ни противные ему дела. Я от него, то есть из него, ни от иной сущности, ни чуждо ему. И он послал меня. Здесь ясно указываются два естества во Христе словами «Я от него», существо божеское, а словами «И он послал меня» человеческое. Ибо Сын Божий называется посланником, как и рабом Божьим по человечеству. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 7 глава, 30-31 стихи. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Толкование. Когда он счел благовременным пострадать, то есть пришло приличное и удобное время, когда он и предал себя распинателям. Впрочем, если и слышишь, что многие уверовали, то вера их не была вера истинная, но такая, какая свойственна простому народу, легко переменяющему свои мысли. Вопросы. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 32-36 стихи. Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете. Где буду я, туда вы не можете прийти». При всем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти так, что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значит сии слова, которые он сказал: «Будете искать меня и не найдете, где буду я, туда вы не можете прийти»?» Толкование. Посему они посылают служителей и таким образом предохраняют самих себя от могущей последовать опасности, а их предают в жертву ярости народной. Так они везде соблюдают свои выгоды. Что вы, говорит, стараетесь об отшествии моем? Зачем гоните меня? Потерпите немного времени, и я взят буду. Хотя бы вы и не желали схватить меня. Показывая же, что смерть его будет не такова, какова у всех вообще, он говорит: «Куда я иду, туда вы не можете прийти. Ибо если бы смерть его была общая, исходна со смертью большинства, и он должен был бы остаться мертвым, то он не сказал бы, что вы не можете прийти. Ибо в общую смерть мы все приходим. Но, как я сказал, желая показать, что смерть его не такова, как у всех, он говорит, что вы не можете прийти туда, где я буду. Словами «будете искать меня и не найдете» показывает, что они будут желать его. Когда же они искали его? Лука сказал, что многие женщины плакали о нем. 23 глава, 27 стих. Вероятно, это чувство испытали и многие другие. И особенно город был разрушаем, поминали о Христе и чудесах его и желали его присутствия. Лука 17, 22. Говорил он обо всем этом тем, чтобы привлечь и склонить их на свою сторону. Рассеянием они называли язычников, потому что они рассеяны повсюду. Ибо иудеи в древности не смешивались с ними, но собранные в одном месте в Палестине поносили язычников за рассеяние повсюду, что впоследствии обратилось на них самих, ибо евреи сами сделались рассеяние. Вопросы. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37-38 стихи. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
Пророк Исаия 12.3, пророк Иоэль 3.18. Толкование. Первый день праздника и последний, или седьмой, называли великими, потому что и закон последний день праздника называл нарочитым. Потому что и закон последний день праздника называл нарочитым святым. Книга Левит, 23 глава, 35-36 стихи. Справедливо он обращается с речью к народу в последний день и тем как бы напутствует его на обратный путь домой. Ибо говорить тем, которые среди дня предавались увеселениям, было бы неблаговременно. Они не стали бы слушать. Иисус возгласил громко частью для того, чтобы быть услышанным, частью для того, чтобы показать смелость, что он не боится никого. Что же говорит он? Кто верует в меня, как сказано в Писании. Здесь должно остановиться, потом снова читать. Реки потекут из чрева его. Многие веровали по причине знамений. Он показывает, что веровать должно не столько на основании чудес, сколько на основании Писания. Ибо правая вера от Писания. Посему он говорит, кто верует в меня, как сказано в Писании, то есть как Писание свидетельствует обо мне, именно, что я Сын Божий. Творец, Господь всего, Спаситель мира. Ибо многие, по-видимому, веровали, но не так, как сказано в Писании, а как им хотелось. Таковы все еретики. Сказал, что у такого верующего потекут реки из чрева. Чревом в переносном смысле он называет сердце, как и Давид. И закон твой у меня в сердце. Псалом 39.9. Сказал, что потекут реки воды живой, а не река. Сим указывает на обилие и щедрость благодати Духа. Ибо Дух таков, что в чью душу войдет и утвердится в ней, он заставляет ее течь обильнее всякого источника. Как у верующего по Писанию из чрева текут реки, сие всякий может узнать, когда обратит внимание на язык Петра, на стремительность Павла и мудрость Стефана. Слов их ничто не останавливало, но они всех увлекали вслед за собою, как реки какие, неудержимым течением своим. Комментарий Игнатия Лапкина на слова Феофилакта блаженного болгарского архиепископа. Правая вера от Писания. Те, кто делал нововведение в православную веру, какую цель они преследовали? Знали ли они о существовании Библии? Правая вера от Писания. Согласно житии святых, православные часто одерживали победу физической силой благодаря связям с мирскими властями, прибегали к жестокостям по отношению к противникам и к их физическому уничтожению, насаждая свой образ мысли. Правая вера от Писания, читая деяния соборов, причины распада, всегда удивляешься тому, что Библия, как правило, не занимала главное место в такие ответственные моменты. Правая вера от Писания. Вопросы? Евангелие от Иоанна,
7 глава, 39 стихи. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Толкование. Евангелист объясняет, что такое реки воды живой, говорит, что сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было Духа Святого. Здесь спросит иной, как евангелист говорит, что не было Духа Святого, то есть дано. Разве пророки не духом говорили? И апостолы как совершали чудеса? Отвечаем, бесспорно пророки говорили духом, но благодать сия прекратилась, от земли удалилась, хотя она действовала во времена пророков, но в то время, когда Христос действовал во плоти, за недостоинство народа пророчество не являлось, и благодать не присутствовала во святилище и в храме их. А как действия Духа тогда не было, и оно еще имело быть дано, посему и говорит, что Духа Святого еще не было, то есть он не обитал между иудеями и не проявлялся в действии. Что касается до апостолов, то они совершали чудеса не Духом, но властью Господа. Ибо слушай, что говорит Евангелие, намереваясь послать их, он дал им власть, а не Духа Святого. Матфея 10.1 и Лука 10.19. Почему, сколько они совершали чудес, они творили их не Духом, но властью и именем Господа. Когда же он воскрес из гроба, тогда сказал им, примите Духа Святого. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 22 стих. И в Пятидесятницу сошел на них Дух Святой. Деяния 2.4. И иначе, сила Духа и прежде креста была в пророках и апостолах. Но не так, как после Вознесения, то есть не так щедра и обильна, чтобы сравнивать ее с реками. Посему евангелист справедливо сказал, что еще не было Духа Святого, то есть излито в таком обилии, как впоследствии. Хотя он был и прежде креста, но не в обилии, потому что Иисус еще не был прославлен. Здесь евангелист славою называет крест, потому что Господь крестом низверг мучителя и воцарился. Посему, когда еще ни крест не был водружен, ни грех упразднен, ни природа наша во Христе не победила мир и не примирилась с Богом, естественно, не была дарована и обильная благодать Духа. Ибо нужно было нам прежде соделаться друзьями Богу, а это совершено через крест. Потом уже получить и дар Божий, подобно как и в мирском быту, прежде человек делается другом царя, а потом получает и дары. Итак, благодарение Богу, который излил на нас такую обильную благодать, какой не имели и пророки. Ибо пророки имели благодать Духа, но не уделяли он и другим. А апостолы исполнили ею бесчисленное множество людей. Вопросы?
А вот у меня вопрос, когда Господь говорит, дунул им и сказал, примите Духа Святого. А некоторые говорят, дунул и сказал им, примите Духа Святого. Вот куда правильно ударение? Примите или примите, то есть потом в день Пятидесятницы. Как правильно понимать? Игнатий. А ты меня спрашиваешь? Ты определенно говори, к кому обращаешься-то. Ну, именно да. Повелительным наклонением примите, сейчас примите. А как же тогда ждали дня Пятидесятницы? Потому что Дух Святой по определенным областям трудится. Одному дан, говорит, одно, другому другое, третьему третье. Здесь дал дар прощения грехов, потому что за эти дни, которые до Вознесения 40 дней, а 40 дней это много, могли люди умирать. И кому простить и проститься, а вот власти бы не имели. Они имели власть только прощать грехи, то есть быть сегодняшними попами, не больше. Ни на благовестие, ничего еще силы не дал. Именно приняли они, когда он дунул и сказал, примите. А если бы это было на будущее сказано, примите когда-то, тогда бы он и не дунул, просто предсказание было бы. Значит, они приняли в день воскресения его на ту область, чтобы прощать грехи. Тут православным, конечно, радостно слышать. Церковь православная уже в преддверии стояла. А это власть, которая дана только батюшкам, епископам, а которые пришли еретики позже, начиная от Лютера и до этого, они этой власти не имели, и поэтому они не церковь, и поэтому спасение им даже не завещено. Они вне церкви. За этим слишком многое стоит. Вне церкви нет спасения. Где нет епископата настоящего, неэффективного, там нет отпущения грехов. Ни еврейские сегодня там рабби, ни мусульманские самого высокого звания этой власти не имеют. Это имеют только те, которые имеют истинное рукоположение. Все. Ну вот тут противоречие некое. Толкователь говорит, Фофилакт, говорит, намереваясь послать их, он дал им власть, а не Духа Святого. То есть всего лишь только власть. А власть-то от кого она идет? Какая власть без Духа Святого-то? Ну, что ж тогда, Феофилакт? Власть данная в Духе Святом. А без Духа Святого власти никакой нет, революция тогда. Он властью, говорит, как власть имеющая. А что? Обличать, наставлять, предупреждать, восстанавливать. Такая власть дана была в день Пятидесятницы. А здесь только написано, кому простить и проститься. Тут и добавлять нечего, и толковать нечего. Ясно и четко прописано у Иоанна 20 главе. Область прощения, то есть пойти на исповедь, приготовиться к причастию. Так, можно задавать любые вопросы, сейчас прошу. Давай. Вопрос. А вот вопрос, вот сейчас говорили, что Иисус сказал, что и реки из чрева воды живой потекут. Это вот как понять? И еще такой же вопрос, вот тоже вот хотелось бы знать, вот про Царство Божие говорилось, про Царство Божие, что оно подобно дереву, и птицы небесные укрываться. Если так понимаешь, ну, как бы мнение тоже будет тоже интересно. Игнат Тихонович, пожалуйста. А я ничего не понял. Я только на человека посмотрел, он сильно похож на артиста. Вот православные ставят в фильме притчи, и там один послушник был, монашек. Он куда его посылал, там то одно, другое делать. Прям похож очень сильно. Он сильно играет, прямо веришь, что так и есть. Так, ты повтори вопрос, чтобы я понял, а то он с повтором был. Вот Иисус говорил, что реки воды живой из чрева потекут. Да. Это как вот?
И еще один вопрос хотелось бы... Ну, подождите, первая. Первая речь, там написано, говорит, «Сие сказал о Духе Святом». Вот и все. Если Духа Святого нет, он ни молиться не может правильно, каждое слово обдумывает, подставляет. А здесь реки воды живой. Реки. Вот, говорит, они спрашивали, как он не учась знает. А у меня другой вопрос. Как попы столько учились в академии и ничего не знают? У меня вот так перефразируется. Мне они неоднократно говорят и по сегодняшний день. И я им говорю, как так? Вы столько учились, разные диссертации защищали, магистры богословия, а Библии не знаете. Не знаете. То есть подобающее место не даете. И вот, когда человек уверует, и он отдал свое сердце Христу на послушание, Господь изливает жизнь, и жизнь дает с избытком. Вот как море и реки, не просто реки, а какие-то, а именно так. На это говорят, чтобы реки текли, надо моря выпить. И Господь благословляет. Ну а кто такой? Ну самый, это мы знаем, благословенный, самый плодовитый отец. Он умер в 407 году, 5 век уже был святой, Иоанн Златоуст. Иоанн Секондович, Секонд у него отец был. Вот начинал самое простое, берет Деяния апостолов. Ну, заголовок, Деяния апостолов, два слова. Он говорит 6 проповедей, минимум как по 35 минут. А то реки воды живой из него текут. Мы по сегодняшний день удивляемся, как Господь так благословляет. Меня вот сейчас священники спрашивают, мне Господь дал этот дар, это не мое, не языки, а вот Царю Небесный Утешителю, души истины, и же везде сы, и вся исполняет, сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись в нас, и очистины от всякие скверны. Спаси блажи души наши. Все, молитва кончилась. Я, когда занятия вели в университете, вступительно всегда было, пели мы вот эту молитву Царю Небесный. Я делал вступление. Примерно тоже в 20 минут, 25. И сказал 60 проповедей на эту одну молитву. 60! И повтора никакого не было. А как так? Не знаю. Меня священники, вплоть до архиереев, просят, ну где у вас это говорили, это где-то? А где-то есть записанное. Может быть, здесь у меня рядом лежит. Его надо оцифровать. Писал один, записывал, такой кассетный магнитофон у него был. 60 проповедей! Да на эту молитву, говорит, 60 слов-то не скажешь. А теперь уже это услышали, говорят, и перед народом выступают и показывают, что благодать. Человек, ну даже возьми эту молитву, сколько проповедей скажешь? Дома сидеть. А это экспромтом. Я вышел, стою за кафедрой, и каждый раз никакой подготовки, ничего нету. Ну, конечно, подготовка-то была, знание Библии. И все на основании Библии. Вот весь ответ. Я испытал это, знаю. Слова Божьи не ложные. Действительно так. И где бы ты ни был, будешь свидетельствовать. У меня очень богатая биография. И, ну, просто биография не пишется так. Вот один из примеров. У Бога как вымерено, мы ничего не знаем. Мы решили дорогой слезть, а едем во Фрунзе из Москвы. Слезли там, где поворот делает дорога, на Пензу. В Пензе живут знакомые. А в Москве-то мы останавливались, не надо было нам на нее остановку делать, а билеты уже куплены были, по всему Союзу мы ехали. А, которая продает билеты там, кто она там, кассир или кто, она говорит, у вас уже одна остановка была, когда поехали, теперь обратно, вам уже надо будет покупать билет, этот билет будет недействительный, а мы уже слезли, а мы не знали это, что Москва засчиталась нам за остановку, там и пересадку там делали-то. Вот мы тут взгомозились, заволновались. Она что-то пошла провожать поезд. И, ну, что-то сделайте нам, мы сесть должны. Но поезд пошел уже. Мы стоим, мы только молимся. И вдруг затормозили, и поезд остановился. Вот если бы Господь показал, кто его остановил-то, она все-таки сделала нам так, что остановки-то нету. Ликвидировала эту остановку. Мы бегом с вещами, 6 человек. Ну, наш вагон третий от начала, а этот-то 13-й. Мы в него сели. А время уже часа 3 ночи было. И вот мы идем, и, ну, везде, тамбур, дверь, и, наконец, попадаем в вагон-ресторан. А женщина одна тут мыла, и она нас пропустила. И мы через весь вагон проходим, и последний человек проходит,
И ну, она начала как бы недовольна быть, которая нас пустила. Ты говоришь, вот ходят тут среди ночи. Она сзади идет наш человек и говорит, ну простите, спаси Христос. И дальше мы дверь закрыли, ушли. А в это время директор спала там где-то, и она услышала слово Христос. Вот почему надо говорить спаси Христос, а не спасибо. Она вот так вот выглянула, а сама на этой лежит на тахте-то настроена. Ах, где Христос? Она говорит, да вон Иисусики пошли, Иисусики. А мы не знаем ничего. У ней сон пропал, это она потом говорит, и она все начала размышлять. Христос, как он тут попал, Христос-то? И она утром посылает, которые ходят с сутками, там торгуют супом, и она нас запомнила, мы все с бородами, женщины в платках. И она дошла до нас и говорит, это вы ночью проходили? Мы говорим, да, директор ресторана вас зовет. Она в долгу не останется, дескать, накормят. Мы говорим, нет, сейчас пост великий, мы ничего не едим. Как пост? А у нас батюшки ехали тут, говорит, вот только вчера, последняя неделя поста, всю дорогу гуляли, пили, говорит, батюшки, священники. Ну, ладно тогда, мы пошли. Пришли, директор, это вы были, да? Давайте, рассказывайте, кто такой Христос? Я говорю, так а еще вам буду рассказывать-то? В вагоне, в ресторане людей-то много, надо, чтобы все слышали, так и говори. Ну, я тогда вышел и начал говорить. В этот день я говорил проповедь 4 часа в ресторане, в вагоне. 4 часа, вот вообрази. Один подошел такой, бодрый мужчина, поднял красные корочки, сотрудник КГБ. Прекратите заниматься агитацией. И тогда директор подошла, вот так вот, руки в боки, буквы Ф. Ты? Да ты вчера мне на карачках выпался оттуда. Ну сядь, а то вышибу сейчас из ресторана. Извините, он галантно так. Это все запомнилось. Ну и нас отпускает, говорит, как же с вами рассчитаться? Да что вы рассчитываете? Ну мы что-нибудь сготовим, что можно? Я говорю, если можно, картошку с сырью. Немножко такая, чтобы не переварена была, не чищенная. Чтобы нож в нее проходил-то. Ну, мы пошли, они тут же сварили. Идет там эта проводница, и вот так на руке огромное блюдо тащит картошки, донайские дары. Вот что одно слово «Христос» означает. И мне это запомнилось на всю жизнь. 4 часа непрерывно я говорил, а люди приходят и уходят, и все слушают. Это Бог делает. И главное, сотрудник был, и мог бы нам рот-то закрыть, ничего не получилось. И он сел, и такой видно, что он трезвый сегодня, галантный человек. Вот как Бог делает. Я это, какой стих Писания не возьму, он у меня в жизни был. И я вижу, он истинный. И везде любовь Божия видна, любовь Божия. А попы ехали, они не говорили ничего, они запомнили, что они гуляли. Не буянили, ничего, выпивали, ели, говорит, мясо. Ну, если она обманывает, значит, прости Господи, но она говорит при сотрудниках, и они не возражают. Я поверил, что потому что есть такие священники боевые, ничего не признают. Вот так. Это вот благодать и реки воды живой, реки. Еще вопросы у кого есть? Тогда задавай еще один. А вот еще вопрос. Александр Тихонович, вы говорите, что вот надо, как бы, ну, священники прощают грехи, а в Библии вот написано, что вот если, как бы, ну, закроешься в комнате перед, ну, даже Давид, псалмопевец, и в каком-то псалме пишет, что я открыл тебе грех свой, и ты простил его, как бы, Богу он говорит это. Ну, вот. А это вот говорит, это, говорит, когда? Еще до пришествия Христа. А прощения грехов не было. То есть это в предведении того, что должно быть. Для Бога-то нет времени. Он сказал, простил, а когда простил? Когда он уже умер, прошло 2000 лет, и тогда простил. Простил ради жертвы Иисуса Христа. Без пролития крови нет прощения грехов. Мы должны просто в это поверить. Иоанн Креститель говорил, покайтесь, веруйте в Евангелие. Люди каялись для прощения грехов, а прощения не было. Оно только как контур было, теневая сторона показана. Прощение придет во Христе Иисусе. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Но перешел от смерти в жизнь. Вот от смерти в жизнь, вот такая должна быть наша проповедь и такое обращение.
Вот если этого нету, то ничего и нету. Поэтому человек говорит красиво, такое у него, как его учили, вступление, центральная часть, окончание, эпилог, а никто не трогается. Мне митрополит Виталий Устинов писал, ну он нью-йоркский, я там был, когда в Америке, он говорит, вот какое-то там было совещание, приглашен был профессор Карташов, очень известный такой профессор. Он говорил проповедь, говорит, проповедь была насыщенная примерами, но холодная и мертвая. Прошло сколько лет, уже того-другого нету, они это запомнили. Проповедь хорошая была, но ни душа, ни одна не тронулась. То есть он знанием головой проповедовал. А тут бывает ничего и... Еще, неужели я свою речь буду сравнивать с отцом Геннадием Фастом? Да я никакой. А Господь сделал так, он преподаватель Томского университета, сейчас он доктор богословия. Но мы один раз только встретились, до 4:30 беседовали, и он сразу оставил меннонитство свое, немец, и стал православным батюшкой, принял православие. И у нас все это было записано на магнитофон, и сейчас все идет это в моих книгах в 12 томе. Вот и все. Как это? Это нельзя объяснить. Никак. Как вот семя прорастает. Вот. Земля одна, вода одна, воздух один, солнце одно. Больше ничего там нету. Посади туда редька, зернышко, арбуз, помидор. И все разное. Все разный вкус будет у редьки, у всего. Земля. Откуда это все? В одном зернышке, а его раскусишь, там этого нету. Никакой сладости нету. Ну, зернышко-то. Но откуда это? Тайна. Даже вот это тайна. Это мы думаем, как, посадил корешок, а выросло, а из него еще и из виноградных кистей сделает вино. Вино, которое веселит сердце человека. А как это? Никто не скажет. Это нельзя понять. Мы должны научиться сначала удивляться тому, что нас окружает. Как говорят, вот черная корова пасется на зеленом лугу. А, понятно. И если на зеленую траву, о, совсем хорошо. И берем от нее белое молоко, которое превращается в желтое масло. Все цвета красок. Ну, понятно, корова пила, ела траву. Но вот я наела, и эту уже траву можно срезать, дальше размочалить ее, пропустить. Можем мы сделать или не можем сделать? Не могут. Этого не могут сделать даже и финны, даже шведы. Оттуда это мясо идет. Сепаратор и прочее. Знает 96 элементов в молоке. Знает в какой пропорции. И начали делать искусственно. И кормить кошку. Она сдохла. Зеленого цвета молоко. Стали немного добавлять от этого. Живет нормально. Сегодня молоко создать не могут. Вот простой человек. Я говорю, ты веришь, что Божье всегда чистое? А как это так? Я говорю, и ты неверующий, а Богу доверяешь больше. А как вы докажете? Очень просто. Вот смотри, вот это что на дороге? Посмотри, это пьяный был, он изрыгнул из себя, пьяный. Я говорю, а теперь сморкни на дорогу. А теперь смотри, стоим. Я говорю, Кутя, 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 курицы подошли, она эту блевотину клюет, и эти сопли склевала. И теперь мышь поймали, лягушку, они бегают друг за другом. Ты будешь это есть? Нет. Но при тебе запустить в какую-то мясорубку, ты будешь? Нет. А курица села, снесет яйцо, ты будешь есть. Божье-то творение-то, и трава, и курица-то, она всеядная, как свинья, она все подряд ест. И яйцо будешь есть, и там еще от того, что было, не останется, она обеззаразит в себе. Да как заложено в скорлупу, а там внутри еще у ней целлофановая пленочка натянутая. Да мало того, там еще жизнь в ней, может выпариться петушок. Человек ничего этого сделать не может, это внешнее. А переродиться, стать из неверующего верующим, пойти страдать, умирать за Христа, это только Дух Божий, а такими сделались апостолы. Мы должны научиться удивляться все время, благодарить. Даже не понимаешь, но благодари Бога. Ты просил, и ты получил. Не получил, благодари Бога. Вот сейчас говорят, там погорели дети, узнают, сегодня еще нашли несколько детей. А некоторые сгорели, одна пыль осталась от них. Говорят, хорошо, очень хорошо, сказал Владимир Вольфович. Ну, нормально он сказал. Ух, ничего, почему это и так? Но нигде никто не сказал, что зачем же вы туда шли? Великий пост. Родители, зачем туда детей повели?
Лучше бы катались они с горки где-то, на свежем воздухе. А теперь ничего нельзя сделать. Корень надо знать. Корень откуда? Бог только знает. Но главное, что они были не там в это время. Они должны были в этот день с родителями сходить в храм. Многие ли из них были? Может, причаститься. Оказывается, дети там были до 11 лет, даже, может, 12. И взрослые. Нигде ни слова не говорят об этом. А вот это-то и главное. Там, куда они попали. Кто их туда привел-то? Виновны все, это Маман Тулеев и все. Виновны взрослые, которые рядом были. Родители, в первую очередь. И дети, конечно, не без вины, говорит, ничего не сделали худого. У Бога все известно. Господь может знать, что они будут недобрыми людьми, и вовремя забрал. Вот. Жириновский-то он что мог сказать? Только то, что во что сам верит. Притом ни один не сказал про это. И дальше начинается ложь. Дети ничего плохого не сделали, родители ни в чем не виновны. Это обман. Мы все виновны перед Богом. Я говорил, дети малые вышли, и на пророка Илью увидят, он идет, а он плешивый, плешь. Что им взбрело? Они давай, иди, иди, плешивый. И он обернулся, ему тоже не понравилось, он проклял их именем Господним. Будь вы проклятые, комсомоли народились-то. И в это время из леса сразу же выскочили две медведицы, и 42 дитя загрызли. 42, никто не ушел, ни один. Но сегодня не медведица случилась, а по-другому загорелась. А дети-то они из злого сословия-то. И над каждым, который там слепой, хромой, они всегда передражнивают, играют и учительницу передражнивают. Так что надо до конца докручивать эту ленту. Вот все. Спаси Христос. Слава Иисусу Христу. Еще вопрос, пожалуйста, задавайте. Сейчас какой-то роман. Игнат Тихонович? Да. Разъясните, пожалуйста, вот Римлянам, послание апостола Павла к Римлянам, 13 глава, 1 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Ну, что поясняю? Еще по-славянски там говорят, что вот не надо. Да, вот это все, вот это вот. Да. Не надо это, славянский. У нас самый лучший в мире перевод на русском языке синодальный 1876 года. Когда он говорил о властях, ни одного правителя христианина не было на земле. Значит, явно на 100%, что Павел говорил о неверующих, об язычниках. Ну, по сегодняшней, другие страны, кроме православных. И он говорит, молитесь за царей и за начальствующих. Власти нету, это беда, это горе, это банды будут гулять. Не остановить ничего нельзя. А сегодня, пожалуйста, определенные порядки, права. Говорят, власти нет нигде. Ну все, власть такая. Приехала одна тут у меня женщина, она кандидат педагогических наук. Я говорю, ты можешь доказать, что власти нет? Да сейчас что попало делает? Нет, ты покажи. Мы остановились на центральном проспекте тут. Он назывался Московский, сейчас Ленина. Я говорю, ты видишь, автобус идет, маршрут 20-й, он куда пойдет? Ну, по маршруту. А кто ему назначил? Самые отдаленные уголки. Где находится здесь Академгородок? Туда пойдет автобус. Кто назначает это? Власть. А ты говоришь, власти нету. Когда власти не будет, тогда железнодорожные пути зарастут бурьяном. Вот тогда будет безвластие, как в 1612 году было. Банды гуляли, а сейчас нет. Сообщи только где. Сейчас ОМОН с автоматами живо свернут. Мы вот были в Иркутске, а мне надо попасть туда. Мы на Благовестие ехали, когда до Находки порт. И мне надо попасть и в этом районе где-то, село Плишкино. После окончания техникума я был послан туда прорабом МВД, в органы МВД работать с заключенными. И мне хочется туда поехать и в их библиотеку подарить все мои 38 томов. Я поставил задачу такую. Ну, куда подойти-то? Никто не скажет. Я подошел к военным, подхожу, они стоят с автоматами. Они сразу подробно все разъяснили. Власти нет, ну и все.
власть, и при том власть крепкая, держит все в руках. Вот сегодня ты не думаешь, что так власть спят только, нет. Вот тут что-то загорелось, а ты посмотри, вот даже сейчас в Кемерово, больше 100, говорит, машин пожарных было, одна за другой идут. Это что? Это власть означает. Иначе бы никто и не приехал. А вот власть не досмотрела, Госпотребнадзор или кто, вот поэтому там такое случилось. Узкие проходы, как Жириновский говорит, и замки все заржавели, никому нельзя было выйти. Мышеловка. Вот это уже безвластие было. И за это надо наказать кого-то. Конечно, не губернатора, а то его что-то там трепет. А именно над этим кто-то. Они взяли там директора, которые вот это главные виновники были. Ну, а самое главное, это родители. И поэтому всякая власть от Бога. Самая первая власть, которую установил Бог, это власть мужчины над женщиной. Жены ваши да молчат, да будут в повиновении. Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем. Ни одного подкаблучника не должно было быть. Это так Писание говорит, первая власть. А при чем тут власть? Я говорю, вы жена, а какая у вас должность? Ну, я в органах работаю. А какая у вас должность-то? Ну, я полковник. Внутренних... Полковник. А муж? Да он, говорит, как служил в армии, ты вернулся с одной лычкой, как хохол. Хоть лычку на одну заработаю. И, ну, конечно, я старше. Вот как раз и не старше. Ты должна ему утром честь отдавать, как в Японии. Потому что он мужчина. Тебе не надо доказывать, что ты женщина. Замри. Учить жене не позволяю. Апостол Павел говорит, а какая причина? Не Адам, но Ева, прельстившись, спала преступление. А при чем тут я? Не разговаривать. Да учиться безмолвие. Замолчи сейчас же. Вот как. Жена да боится мужа своего. А тут муж боится жены, как бы еще не подала в милицию. Вторая власть – это родители над детьми. Чти отца и мать. Проклят, кто злословит отца и мать. Вот ругается, а, мать твою, ты проклятый человек, матерщинник, и мать ругается. Ответишь за это перед Богом. Вот власть, всякая власть от Бога. Ну и, конечно, власть, которая даже домоуправ стоит, ЖКХ – это все власть. Мы будем платить, иначе на улице окажемся. Ну и власть, конечно, это президент. За власть люди борются, потому что налоги платят. Это все власти. За власть. Вот всякая власть учреждена Богом была. И не дай Бог, что без власти. Это ой-ой-ой. Какая бы власть ни была, но она лучше без власти. Без власти вообще некому не обратиться, ни порядок навести. Вот как. Ну, я могу много примеров показать, когда советская власть вот нас жущила буквально все. Но все равно они старались подогнать под статью, какая есть в законе. Меня судили как верующего. Я претерпел от них много. Но и они старались по закону. Я адвокат, который там, ну, адвокат или кто-то защитник, он должен только знать хорошо закон, по закону. И по закону я вернулся. Я реабилитирован со всеми льготами. Вот так. То есть власть. А власти бы не было, никакой реабилитации не было, сгнил бы там. Вот ответ. Игнат Тихонович, а в каких случаях все-таки власти нужно противиться и не оказывать ей послушания? Есть такие случаи? Есть такие. Вот они власти запрещали проповедовать. А апостолы говорят, кого надлежит больше слушаться, Бога или человека? Бог повелел, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Понятно? Власть, вот меня допрашивают первый раз, они где-то в КГБ, в их центральном управлении здесь, главное управление по Алтайскому краю. Всех вербуют. Я спрашивал, которые отсидели сроки, священники, вас вербовали, конечно, а меня не вербовали. А почему? Он первый допрос ведет, я его уже вербую, я его вербую. Рассказываем о Христе, о Боге, ой-ой-ой, да я послушал, и поэтому у меня курировал полковник, который, он умер по-христиански. Начальник тюрьмы по-христиански умер. Следователь принял крещение с полным погружением. Вот так. Власть дает Бог. Над какими людьми, я просто говорю, это я нахожусь в Барнауле. Вот меня привезли, уже все, я осужденный в лагере, город Жанатас, Жамбульской области, Казахстан. Конечно, там, они меня еще не знают, пришли и сразу говорят, вот, порядок такой-то, сейчас отбой будет дан, чтобы лежали. В туалет пойти только через 2 часа, идти в одних панталонах, подштанниках.
Я сразу сказал, я ложиться не буду. Как не будешь? Тут же проверка будет. Не буду, у меня вечерняя молитва. А сколько она будет? Ну, не знаю, может, час, полтора. Так они вас увидят. Ну, скажите, что я сказал. А ему уже приехал майор КГБ из Жабурила, из областного города, и сказал, этого человека не трогать. Они меня не касались руками и не били. Я стою, молюсь, а тут как колонна, не колонна, а пилястра такая, ну, как вот бывает, к стене вплотную, утолщение. Они прошли меня, не видят. Он до того удивился, как так? Прошли, смотрели в вашу сторону, не увидели, не увидели. У Григория Чудотворца в житиях есть. Говорят, вот они идут, которые арестовывают. И он тогда диакону говорит, пойдем на это возвышение, холм такой. Ну и пошли, а кто-то увидал. И говорят, у вас тут есть такой епископ Григорий. Да был, они, говорят, вон там, говорят, пошли на этот холм. А ну, вперед, арестовать. И они там стоят на холме. И увидели, что идут. Он говорит, поднимай диакону, говорит, руки, будем молиться. Господи, слава тебе, закрой глаза. А дальше молись, говорит, про себя. Они подошли, два шага от них, стоят рядом, постояли, посмотрели, вернулись, говорят, там ничего нету. Два сухих дерева раскорященные стоят, говорит, и все. Деревья. Вот и все, как Бог делает-то. Бог. И поэтому надо просто довериться Богу. А как они гонят, не гонят? Смирит Господь все. Смирит. И тогда видно, а если власть больше требует, не подчиняться. Я сказал, не буду подчиняться, я не лег спать. Все. Меня призвали на операцию, я крючком согнутый, краном, говорит, сняли, ну, на стройке. Привезли в больницу, а там что с тобой разговаривают? А помыли на операционный стол. Я говорю, я не могу, пока не помолюсь. А он стоит, он теперь доктор медицинских наук, еврей, Шойхет Яков Нахманович. Он руки поднял вот так вот и стоит. Молитесь. Я начал молиться о нем, о себе. У меня операцию делать-то. А рядом стоит с ним там какая-то Марфа. И говорит, Яков Нахманович, ну сколько можно ждать? Он говорит, тихо. Это он мне все рассказывает. И дальше, все, все, ложитесь. То есть у них закон один, они переменили. Операцию сделали. Надо кормить. А пост рождественский, последней недели. Я говорю, она на молоке каша-то? Ну да, я не буду. Да что вам отдельно готовить? А я не прошу. А как вы будете? А тут 5 дней осталось, я уже так, я и без еды проживу. Мы поститься знаем. Что вы? Они тут засуетились, прошло короткое время, они на воде сваренную манную кашу принесли. А еще что можно? Да картошки нечищенные. И они все сделали. А потом принесли одно, другое. Власть. Понимаете, власть. Это даже объяснить нельзя. Вот из Швеции мы вылетели в Америку, только они начали разносить что-то. Я говорю, у нас пост. По-английски с ними разговаривал. А что можно? Я говорю, да все, фрукты. Они к людям подходили 2 раза, а ко мне 4 раза подошли. Они грецкий орех принесли, там клубника замороженная, что-то там, бананы, яблоки. Они меня буквально завалили. И все с улыбкой как. В 92-м году я все еще помню это. Это власть. А если власть требует противного, мы не пойдем на это. Говорили в лагере, вот к нему не подходите. Щеренки от лопаты бьют. Кто ко мне подходит? А вам? Вам мы не запрещаем, проповедуйте. А если бы запретили? Я бы все равно проповедовал. Я все равно проповедовал и крестился. А судья говорит, перестаньте креститься, это общественное место. Выведу отсюда. Одного вывели, второго. Никому не креститься, на меня посмотрел, но ему разрешается. Крестного знамени боялись. Судья, Алтайский краевой суд, 86-й год, август месяц. Вот как Бог дает. Он закон, у него закон есть, статья, но она не действует здесь. Я крестился и буду креститься. Все. Когда противоречит спасению, вопреки Библии, мы заранее заявляем, мы это делать не будем. Надлежит слушать все больше Бога, нежели человека. Вот так, Виталий, все. Спаси Христос. Да, это опыт жизни. Мои года, мое богатство. Игнат Тихонович, ну тогда дополнительно, вот он говорил им, как власть имеющая, а не как книжники и фарисеи. Вот можно еще что-то? Он как власть имеющая. Они говорили, они еще сделать-то не могли. У них власти-то и не было над душами-то людей-то. Они знали много, кончали там свои семинарии, академии.
А они видели, что он не такой. Он сказал, и болезнь отступила. Сказал, и слепой прозрел. Сказал, и мертвый восстал. А они этого не... И люди-то быстро заметили это. Ну, а как у вас по молитве? И что Бог делает? Только так и делает. Мало того, Господь сказал, говорит, верующий в меня совершит больше того. Тень Петра, на кого попадал, и человек воскресал. Болезнь всякая уходила. Вот как Бог делает. Богу доверься, и все. Вот они нападают. А что они сделают? Ничего нету. Никого нету. Вот фильм есть такой, «Второе крещение Руси» называется, или «Глаз вопиющего». Это, ну, мои, как сказать, кадры. Снимает настоящая государственная студия. Ну и что? А вот там священники местные, они на меня нападают, а их снимают. Ни одного нету, все умерли, а я живой все еще. Вот как Бог делает. И притом до моего возраста ни один не дожил. А они меня прям в эфире просто клеймили. Ну, у нас этот фильм стоит на нашем сайте. Посмотрите, хороший фильм. Очень хороший. «Глаз вопиющего». Это меня так прозвали они. Поэтому... Геннадий Тихонович, расскажите, что с режиссером произошло вот этого фильма? А никто не знает. Никто. Вот другие два фильма, которые один занимает первое место на международном киноконкурсе «Предчувствие», а второй здесь «Златоуст из Потеряевки». Ну, это мое прозвище. Никакой я не Златоуст. Вот. Это Кузнецов с ним сам, Владимир Сергеевич. Он работал здесь, перешел с Красноярска. В Алтайской администрации он работал по культуре. В данный момент, я не знаю. А то снимал Юрий Малашин, Юрий Николаевич. Его называли «Мозг», Новосибирской студии «ОПЬ». Больше 100 фильмов снято, и фильмы в Конгрессе США хранятся. Это он мне говорил. Он поехал с ним, мы с ним уже встречались и готовили новый фильм. Я его назвал «Оглашенные из Идите». То есть не в депутаты уйдите, а уйдите, коммунисты, со своих должностей, уйдите, оглашенные из Идите. И мы начали уже писать сценарий, и он поехал закончить фильм. Про Шушинское там, электростанция там, это не электро, а там водная это, вот, гидростанция. Но перед этим он был единственный, как его назвать, корреспондентом или как, который ехал с патриархом Алексеем II, Ридигером. А когда фильм ставил, он сделал так, как будто мы сидим, разговариваем с патриархом. Вот патриарх Алексей II на одной стороне стола, на другой я там о захоронении Ленина, там такие политические вопросы. А на самом деле мы с патриархом не были вместе, просто рядом были. Его сильно-сильно возненавидели патриаршие. И когда он был в Москве в это время, а он в Новосибирске, у него сгорела дача, где все архивы хранились. Жена говорит, он упал на пол и катался, и просто, говорит, сильно страдал. И когда поехал, и там с ним что-то случилось. Его нашли, он уже, как будто уже и не живой был. Вот так. Сказать ничего не могу. Когда он умер, и нам сообщили, что уже умер он, я не мог удержать слезы, весь день плакал. Зашел рядом магазин у нас такой, продовольственный-то. Ну, а продавцы-то хорошо знают, что случилось. Я сквозь рыдания только сказал, такой человек умер. Я ему передал всю мою переписку за границей, везде. Интересно, два продавца сели около меня с полотенцами, я сижу, а они у меня с двух сторон сидят и слезы мне вытирают. А я рассказываю про него. Вот какие события в жизни бывают. Юрий Николаевич Малашин. Не знаю, что случилось. Ну, конечно, я молился о нем. Но что интересно, перед этим мы были на местной ГТРК, и этот фильм показали здесь, по Барнаульской студии, в это время-то. И он дает интервью. И меня пригласили. Я даю там интервью. И он в это время камеру положил, и она не выключилась, и продолжала наматывать. И пол лица ему только видать. И дальше мы говорим уже свободно, не на камеру. И это осталось как памятник. И он вскоре ушел из жизни. Вот как бывает. Этот фильм у нас стоит.
на нашем сайте. Можете зайти посмотреть. Талантливо снятый, очень. Игнат Тихонович, а на ГТРК же вот вы много передач вели, ну так скажем, онлайн, и да. У них, скорее всего, сохранились в архивах ведь эти видео. Как-то можно было бы у них попросить? Я вел три радиопрограммы регулярно. Одна была у меня, две онлайн называются, то есть прямо прямым эфиром. В воскресенье у меня была часовая программа. По эфирному времени я стоял на первом месте в Алтайском крае. Тут в газетах везде эти статьи коммунистов против меня, они в моей книге «Для слова Божия нет уз». Дескать, ни депутатам, никому столько времени не дают, как Лапкину. Что это за правда? Коммунистам писал Носов. Ну, не повлияло нисколько. Я вел три радиопрограммы, как составитель и автор этих передач. Это Бог. А ролики у них можно эти видео-то взять, как-то попросить? Ну, одна, которая была, станция «Роса», она ликвидирована, ее нету. А остальные я не могу сказать. Не знаю. Я передачи готовил сам. И вот я сижу в студии, а который записывает, он на той стороне, а тут большие окна и двойное стекло. И вот я говорю, вы мне показываете, сколько минут осталось, получасовая программа. Он показывает 4 минуты, 3, 2, ну и 1 минута. Теперь я стараюсь уже так по опыту сказать, и аминь. И он говорит, я все записываю, разные тут приходят. Первый раз такой, обычно как, не так, ай, поворачиваю назад. Вот президент и его внучка, там Олег Табаков играет его. Ай, поверни назад, опять по-другому. Ни одной записи, а они тут делали запись сначала, повтора никогда не было. Он включил, только показывай, когда. Вот видишь, какие реки. Я знаю на практике. Игнат Тихонович, вы пробовали попросить видео-то вот эти вот? Они же ценные весьма. Не пробовал. У них. Даже в мыслях у меня такого не было. Ну а если попросить? Не знаю, я не пойду. У меня после этого проповеди, которые я говорил в храмах, несколько тысяч, и только сохранилось, скажи, 1300 с чем-то. Сохранилось. Тысячи проповедей, не считая в вагонах, в метро, в самолетах, в поездах. И везде, где бы я ни был, во всех столичных городах, там Харьков, Молдова, там Санкт-Петербург, Таллин, Рига, везде проповедовал. И поэтому, как их, кто бы тогда? Тогда не было, чтобы записывать, и некому было. И везде Господь трогал сердца людей, и люди обращались. Как сейчас пишут, тысячи людей, говорит, пришло через него на меня. Я их не считал. Ну, было так, в одном месте у баптистов проповедовал. Пресвитер встал, так вы все поняли? Поняли. Вы поняли, что мы заблудились? Да. 450 человек одновременно готовы принять православие. Вот как Бог делал. Вот это означает реки воды живой. Все разошлись, наверное, никого нет уже. Ну, давайте прощаться тогда. Давайте помолимся. Помолимся. Достойно есть якала и сыну, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истения Богослова рожью, сущую Богородицу тебя величаем. На тихоч. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву, удали все препятствия, если они есть в ней. Слово, слышанное Тобой, да будет распространено через нас. Исполни нас благодати Духа Твоего Святого. Даруй всем рождение свыше, патриархам, епископам, священникам и пастве. Исполни нас этой благодати, дабы мы были все свидетелями, чтобы Слово Божие благовествовалось через нас всему миру. Устрой по воле Твоей Святой. Ты знаешь наши тайные нужды, в чем мы имеем. Научи нас ожидать исполнения воли Твоей, а не нашей.
Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Христос.